Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на такой самый бюджетный закормочный кораблик с Алиэкспресса. У меня он есть, вот так вот он выглядит. Это такая бюджетная модель закормочного кораблика, но со своими функциями вполне справляется. Так, что у нас здесь по кораблику можно рассказать? Ну, здесь вот сзади два таких не очень мощных мотора находятся с винтами. В комплекте еще есть защита от водорослей, у меня просто она не стоит, но в комплекте есть. По бокам два таких баллона с воздухом, чтобы он лучше держался на плаву, если будем его сильно нагружать прикормкой. Сама емкость для прикормки, и вот здесь вот такой стержень вращающийся, вот он, за счет которого вот так она открывается и прикормка наша высыпается. Здесь отсек для аккумулятора. Там внутри аккумулятор стоит емкостью 3,7 вольт, емкость 5200, кажется. Вот так вот выглядит. Все загерметизировано, то есть если вода попадет, не страшно будет. Но я кораблик, у меня второй год, он в пользовании. Вот могу заметить, что крышки вот здесь очень плохо сделаны, вот уже сломались две крышки. Но здесь есть вот такой фиксатор, поэтому можно не бояться, что крышка куда-то денется. От фиксатор надели, все закрыли. Вот здесь вот этим поджали. Вот так вот он выглядит. Сейчас мы с вами поплаваем. И я закормлю несколько точек своих. Я сейчас на рыбалке нахожусь. И мы с помощью этого кораблика закормим, значит, наши точки. Ладно, будем спускать его на воду. Итак, про пульт я вам не рассказал. Вот такой пульт в комплекте идет. Все просто, вперед-назад, право-лево антенна. Питание крона. Одна крона. Так, ладно, будем спускать, значит, его на воду. Положим сюда прикормку. У меня здесь есть вот такие шарики прикормочные. Загрузим его, я думаю, по максимуму сейчас, вот четырьмя шариками. Нажимаем на кнопку включения. У нас заморгали индикаторы наши. Вот они, то, что все работает. И все, погружаем его в воду. Вот так вот. Немножко наперевес. Но вроде все работает. Ну все, можно стартовать. Даю полный газ. Погнали. Все, прикормочный кораблик поплыл. Мне тут нужно еще следить за камерой, ребят. Так что, извиняйте, будет дергаться, возможно, все. Сейчас нету ветра, поэтому очень довольно неплохо он плывет. Но немножко, конечно, вот от груза в сторону косит и равномерно прямо не может плыть. Приходится немножко подруливать. Но это не страшно. Плывем, значит, к нашей точке. Так, а наша точка, сейчас вот кружочек сделаем такой, и поплыли вперед. Так, сейчас я найду точку, где мы
будем высыпать прикормку нашу. Ну вот примерно где-то здесь, да. Примерно где-то здесь. Сейчас сфокусируюсь поближе и посмотрим, как он ее перевернет. Так, ну что, переворачиваем. Сейчас еще поближе сделаю. Вот так. Раз. И все. Наша прикормка вся на месте. Ну, а теперь возвращаемся. Друзья, ну что, вот такой вот обзор получился на этот кораблик. Я уже сказал, пользуюсь им. Ну, он у меня вот в пользовании где-то второй год, но я не так часто им пользуюсь. Что могу сказать, значит, по кораблику? Ну, в принципе, эта модель со своими функциями, со своими потребностями, она справляется. То есть, ей можно доставить, вот 5 шаров мы погрузили прикормки, можно доставить в точку. Удаленность, ну, где-то до 100 метров управляемость этого кораблика. Минусы есть. Это слабенькие моторы, низкая скорость. Управляемость, ну, тоже как бы не очень такая она прям маневренная. Ну, и вот эти баллоны, вот тоже со временем они вот у меня за зиму, видите, они потрескались. Не знаю, вода будет попадать, не будет. Но так в целом за эти деньги можно пользоваться. Тем более, если вы недалеко ловите, то, в принципе, нормально. Ну, что скажу по кораблику. В принципе, кораблик прошел мой тест. Пользоваться им можно. Так поиграться, как игрушкой, неплохо. Попробую найти ссылку на этот товар и закреплю под видео. Все, ребят, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Разворот и полный вперед. Ой, дебил.